Как еще показывать кухню того, что ты делаешь? Конечно же, там, через демонстрацию экрана, ну и заодно мимики своей, когда ты что-нибудь делаешь. Вот. А мне нужно сделать пост для... Мне нужно сделать пост для группы Кубка мультимедийного вызова. И я смотрю просто, что у меня сейчас может стать поводом для поста. В принципе, вот, может быть, цифры. Цифры сейчас я запишу себе на бумажечку. 135 человек, 32 города, 82 материала. На самом деле статистика, цифры хорошо идут как микроформаты, меня привлекают внимание. Дальше, что у нас есть еще интересного, что может быть, что может стать? Есть рейтинги по городам. Очень сильно люблю эти рейтинги, потому что, смотрите, Томск 4 человека, да, и Москва 4 человека. И Томск пока Москву делает. Сибиряки, привет. Вот, наверное, я сделаю из городов тоже рейтинг. Что у нас с регионами? Ага, сибирский, приволжский, центральный. Так, народ, сибиряки, я за вас болею, вы молодцы. Что мы сделаем? Значит, у нас есть варианты, у нас есть канва, у нас есть крыло, у нас есть инфограмм для того, чтобы эти штуки сделать. В принципе, однохренственные по функционалу. В принципе, без особой разницы. Значит, что мы здесь делаем? Нам это нужно для Инстаграма. Инстаграмовский шаблончик. А на самом деле, о чем мне инстаграмовский шаблончик, когда у меня есть готовые. У меня, наверное, есть вот такой вот шаблончик, где я могу сделать циферку. Значит, циферки можно нам делать из каких-нибудь предустановок, ну, вот таких вот, если бы они нам были нужны. Но, в принципе, можно сделать и... стоит амплиферчик, который работает в то время, когда я сплю. У меня там заведена аппликация, такой планировщик выкладки. И вот мы, допустим, завтра зафигачим эти. Окей, в это время завтра мы сможем заниматься индивидуально. Так, но у нас есть еще одна статистика, которую мы можем превратить в посты. Инфограммчик. Так, что мы здесь можем сделать? Вот, давайте.
Чистенький. Давайте мы сделаем барчик. Контрактивный номер. Надеюсь, что стало подтормаживать. Ну, давайте так сделаем. Попробуем, по крайней мере. Давайте сделаем табличку. Вот, потому что все-таки в инфограмме получше. Получше с вариантами. И дальше, что у нас тут есть? Цвет. Цвет. Сюда мы цвет. Красненький. Ну, и сюда цвет. Дальше. Дальше, что у нас мы можем еще здесь? Легенда. Первая легенда. Фанты. Давайте покрупнее сделаем. Вот это, конечно, положила это все на... Надо, конечно, это все положила. На самом барчике. Так. Это у нас, кстати, ага, вот. Вот, нет.